Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Максим Мельников. С наступлением теплых дней хочется чаще бывать на свежем воздухе. Если взрослым людям по причине занятости удается это сделать не так часто, то молодежь на улицах можно видеть постоянно. Вот только свой досуг молодые люди проводят по-разному. Одни занимаются спортом, другие коротают время за спиртными напитками, а значит, нарушают закон. И это повод для вмешательства сотрудников полиции. Насколько такая ситуация типична для Красногорска? Горского района. Об этом сегодня спросим у Виталия Пчелинцева, начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Константинович, ну, прежде чем перейти к молодым людям, как я обозначил тему нашей сегодняшней программы, хотелось бы все-таки немножко поговорить о тех людях, которые должны работать с этими самыми подростками. Я имею в виду участковых уполномоченных. Да? Ну, они должны работать со всей категорией граждан, в том числе и с молодыми людьми. Первый вопрос мой будет такой. Я знаю, что в Красногорском районе существовала нехватка личного состава участковых уполномоченных. Какова ситуация сегодня? Ну, на сегодняшний день основную нехватку личного состава по штату, который позволяет нам, мы укомплектовались. По штату у нас 56 участковых уполномоченных полиции и 15 инспекторов по делам несовершеннолетних. Но на наш район и с растущим населением, с открытием новых микрорайонов, это Изумрудные холмы, Павшинская пойма, данного личного состава, конечно, не хватает. Вот. Ну, работу ведем в данном направлении. Понятно. Ну, а существуют ли какие-то открытые вакансии, да? Можно ли к вам прийти устроиться на работу, во всяком случае, участковым уполномоченным? Да, открытые вакансии есть сейчас. В городском отделе есть вакансии, на Хабинском отделе полиции есть вакансии участкового уполномоченного. Есть вакансии инспектора по делам несовершеннолетних в городском отделе полиции. Молодых людей с образованием мы всегда рады, ждем. Также есть у нас другие службы, как патрульно-постовая служба, тоже ждем. Понятно. Вот. То есть, в принципе, есть необходимость, да, в людях? Да, необходимость в людях всегда присутствует. Понятно. Потому что кто-то куда-то уходит, растет, кто-то уходит на пенсию. Ну, жизнь на этом не стоит. Угу. Ну что же, тогда несколько слов о том, что за профессия участковый уполномоченный полиции, какие основные задачи данной категории, да, инспекторов, и, естественно, какие задачи перед участковыми уполномоченными ставите вы? Ну, задачи участковой уполномоченной службы инспекторов по делам несовершеннолетних довольно-таки обширные. Но основные задачи – это защита жизни и здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации от всех преступных посягательств. Также участковые уполномоченные осуществляют работу по рассмотрению административной практики, ну, следят за оборотом гражданского оружия вместе с лицензионно-разрешительной системой. Вот. И обеспечение безопасности дорожного движения мы тоже участвуем. Но задачи в основном ставятся перед участковыми уполномоченными в связи с новым временем. Это, кроме как основных защиты прав и свобод граждан, ближе быть с населением, общаться с населением. Сейчас проводится общее, как бы так сказать, оперативно-профилактическое мероприятие «Ваш участковый 2016». И участковый обход территории своих административных участков осуществляет и встречу с гражданами. Ну, то есть, иными словами, сейчас служба участковых уполномоченных должна как-то плотнее работать с населением. Да, правильно? Да. То есть, это увеличение, может быть, каких-то дней открытых дверей, да, или вот это увеличение непосредственно приемных каких-то дней, приемного времени. В чем это выражается? Это выражается, кроме того, что прием населения участковые уполномоченные осуществляют по утвержденному графику, это вторник, четверг, суббота и воскресенье. Вторник, четверг с 17 до 19.00 в участковых пунктах они находятся именно на приеме граждан. В субботу с 10 до 12 и в воскресенье также с 10 до 12, в зависимости от графика, как у них работа.
А выходные вообще есть у участковых полномочий? Есть. Ну, понимаете, у нас участковые пункты обслуживают определенную территорию. Допустим, какой-нибудь микрорайон. В нем работают 3-4 участковых. Если участковый работает в субботу, один там двое, другие двое работают в воскресенье, осуществляют прием граждан. Ну, два выходных в неделю участковых есть. Ну, бывает это, конечно, разбитым графиком, может быть, и посреди недели выходной, в зависимости от задач, поставленных по службе. Что касается обхода своей территории, да, куда имеют право и куда необходимо зайти участковым, то есть это квартиры, это, я не знаю, чердаки, подвалы, куда? Участковый уполномоченный не то, что необходимо, он обязан обойти всю свою территорию, посетить каждую квартиру, побеседовать с гражданами, узнать, кто у него проживает на административном участке, проверить в целях антитеррористической укрепленности как подвалы, так и чердаки. Совместно с ЖЭУ, с домоуправлением, с управляющими компаниями участковые актируют данные дома, проверяют постоянно, в принципе. Хорошо. Вот опять же, что касается близости, так называемую, да, участковым к жителям. Если, например, человек, да, не знает, не видел, ну, по мере, может быть, своей занятости, да, рано уезжает на работу, поздно приезжает, не видел, не знает, кто у него участковый уполномоченный, где можно найти такую информацию? Ну, информация об участковых уполномоченных обслуживаемых территориях размещена как в газете «Красногорские вести», так и на сайте администрации Красногорского района, и также на официальном сайте УМВД России по Красногорскому району. Там размещены их полностью данные, фотографии, улицы, которые они обслуживают, телефоны. И мобильные телефоны. Да. Угу. Каждому участковому уполномоченному в этом году выдан служебный мобильный телефон. Сим-карты, они постоянно включены. Понятно. Ну и что касается своих каких-то профессиональных, профессиональной деятельности, вот я же не зря спросил у вас о том, какие вы задачи ставите. Понятно, что все-таки участковый, да, как у нас принято говорят, слово участие, то есть работа с жителями – это необходимость. Да, это просто обязанность. А что касается категорий различных преступлений, да, может быть, здесь есть какая-то направленность, на что акцентируете внимание? Я не знаю, угоны автотранспорта, да, это грабежи, разбои и так далее, пресечение. Ну, основную, как говорится, свою задачу ставим перед участковыми уполномоченными – это профилактика тяжких и особо тяжких преступлений. Выявление преступлений превентивного характера – это как недопущение совершения тяжких преступлений, угроза убийством, побои, легкий вред здоровью. Если на ранней стадии человека остановить и не допустить, чтобы он совершил убийство, тяжкий вред здоровью не причинил никому-то, это одна из основных задач участковых уполномоченных на сегодняшний день. Хорошо, тогда уже давайте переключимся, наверное, к еще одной деятельности вашего отдела. Я имею в виду дела по делам, если по несовершеннолетним. Здесь как раз вот те преступления, которые вы только что назвали, в них в нашем районе принимают несовершеннолетние участие? Нет, тут немножко специфика другая в нашем районе. Ну, работа вообще с несовершеннолетними – это большой комплекс работы. В ней принимают участие все службы. И задача стоит перед всеми. По предупреждению безнадзорности несовершеннолетних и выявлению ранних признаков девиантного поведения несовершеннолетних. Ну, в ходе данной работы мы проводим профилактические беседы правового характера как с несовершеннолетними, так и с их родителями. Разъясняем им статьи КОАП, ну, Кодекс административной ответственности и Уголовного кодекса Российской Федерации. Посещаем школы, проводим классные часы, проверяем несовершеннолетних по месту жительства, смотрим, чем они занимаются, какой у них досуг. Вот. Оказываем помощь в проведении летнего досуга несовершеннолетних. Участковый уполномоченный непосредственно проверяет образ жизни их по месту жительства. Это тех несовершеннолетних, которые состоят у нас на учете. А участковые принимают участие как раз в работе по несовершеннолетним? То есть понятно, что у вас как бы делится, да, есть сотрудники участковые уполномоченные полиции, а есть сотрудники по делам несовершеннолетних. Вот каким-то образом участковые помогают своим коллегам по отделу, то есть предоставляют ли какую-то информацию, да, о своих жильцах, где могут потенциально, например, находиться неблагополучные подростки? Это прямая задача участковых уполномоченных – проверка несовершеннолетних, состоящих в
по делам несовершеннолетних, по месту жительства, проверка их в вечернее время, проверка их в местах возможного появления концентрации. Также стоит одна из основных задач – это выявление неблагополучных семей. То есть и постановка, они сразу сообщают инспекторам по делам несовершеннолетних. Ну, мы работаем одним коллективом, в принципе, взаимодействие налажено, и тут вопросов не возникает никогда. Ну, хорошо тогда. В таком случае, а как часто вообще подростки Красногорского района попадают в поле зрения сотрудников вашего отдела? Ну, давайте я приведу вам статистические данные. В соответствии проведенного анализа за 2015 год у нас получилось, что составлено 185 протоколов за два месяца. Если брать это с прошлым годом, там было 106. Увеличилось количество административно привлеченных. В 2016 или 2015? В 2015 было 106 за два месяца. А за два месяца 2016 года уже 185. Угу. Явно увеличилось. Из них в отношении несовершеннолетних было составлено 40 протоколов в этом году за два месяца. В прошлом году эта цифра была 7 всего. Такие протоколы были составлены, как за распитие спиртных напитков, 12 протоколов были привлечены несовершеннолетние, появление состояния опьянения 8, и в отношении родителей, отрицательно влияющих на воспитание несовершеннолетних, было составлено 73 протокола за два месяца в этом году. Также у нас проводились мероприятия по сообщению граждан. Граждане сообщают периодически, что видят, что несовершеннолетним продают алкогольную либо табачную продукцию в магазинах. Буквально за субботу, за воскресенье было привлечено 5 продавцов в магазинах за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Что это за магазины? Это сетевые магазины или это магазины, что там, скажем, ИП? Я понял. Делая анализ, допустим, в субботу были проверены магазины и привлечены именно продавцы сетевых магазинов по городу Красногорску. А по воскресенью, допустим, выезжали у нас сотрудники по сообщению граждан в поселок Отрадное, там были не сетевые магазины уже. Понятно. То есть, граждане как-то нарушают и там, и там. Угу. Хотя ответственность довольно-таки тяжелая для продавца. Там штраф до 30 тысяч рублей, и тем не менее на это идут. Опять же, вот вы сейчас назвали статистику, да, в отношении скольки подростков, да, или несовершеннолетних были вынесены или были протоколы, да, какие-то действия. Да. Вот здесь, что это за подростки? То есть, это подростки из неблагополучных так называемых семей, да, или же все-таки попадаются и достаточно, скажем так, благополучные, да, подростки, у которых благополучные семьи и так далее, и так далее. Ну, если брать анализ, всего на учете в настоящий момент инспекции по делам несовершеннолетних состоит 115 подростков, из них 12 подростков из неблагополучных семей. То есть все остальные? Все из благополучных семей, либо, ну да, проводя анализ, смотря по материалам, большинство, конечно, подростков, совершающие правонарушения, есть и полные семьи, есть неполные семьи, где там, допустим, мать воспитывает одна. Вот, и с занятостью, с какой-то своей там работы мало уделяет, например, внимания своему ребенку, и на этом основании они начинают совершать какие-то административные правонарушения. Естественно, мы пытаемся это пресечь в самом начале, поставить, как говорится, на путь исправления и контролируем их поведение уже. Ну, хорошо. Вот тогда, наверное, следующий вопрос. Насколько вот эти ваши старания, да, насколько они действенны? То есть, сколько, допустим, из ребят, наверняка же есть какая-то статистика, которые, будучи несовершеннолетними, да, стояли где-то на учете в органах полиции, дальше, ну, скажем так, продолжили такой путь, да, и отправились, допустим, в места заключения, да, за совершенное какое-то преступление. Ну, как часто такое бывает? Бывает. Да? Не часто, но бывает, тем не менее. Это тогда, получается, все-таки не сработали все субъекты профилактики, как школа, так и мы, так и комиссии по делам несовершеннолетних, управление образования. Вот. По тому году было у нас состоящие двое несовершеннолетних на учете, совершили преступление. Потом совершили повторно. Они были условно осуждены. После этого они опять у нас состояли на учете как условно осужденные. И мы уже совместно с инспекцией по
МРУИ номер 4, наша межрайонная уголовно-исполнительная инспекция, проводили с ними мероприятия профилактического характера. Проверяли их в вечернее время, ходили домой, пытались на них воздействовать всеми доступными для нас способами. Но, тем не менее, не удалось. Ну, вот как-то сейчас вот более-менее они спокойно себя ведут и преступления пока не совершают. Ну, то есть, вот такой комплекс действий, он, в общем-то, оправдывает себя. Да. В большинстве своем. Что касается типов нарушений, да, которые обычно совершают несовершеннолетние. Ну, по административным правонарушениям я уже, в принципе, сказал. Ну, да, это как распитие, появление, курение в местах, где запрещено табакокурение. Ну, что касается уголовной составляющей. Уголовной составляющей, ну, по статистике, анализ подростковой преступности показывает, что в этом году были совершены за 2 месяца преступления несовершеннолетними. Это статья 158 кража. И если брать разницы в прошлого года за 2 месяца. Того года было совершено 4 преступления, в этом году 3. Преступность как бы снизилась. Все эти преступления совершены местными жителями. Вот. Ну, 2 преступления совершено одним и тем же несовершеннолетним. И еще одно преступление совершено 2 несовершеннолетними как бы в группе. Это в основном у нас кражи, конечно, из торговых центров, супермаркетов. Это в большинстве случаев. Ну и последний вопрос у меня, да, наверное, скажем так, который больше всего, наверное, волнует родителей, да, это что касается употребления наркотических каких-то средств подростками. Вот здесь есть какая-то статистика у вас? Да, статистика здесь есть, но я могу сказать, что в нашем районе более-менее благополучно обстоит обстановка. За употребление одурманивающих или наркотических веществ у нас привлечено 2 несовершеннолетних в этом году за 2 месяца. В прошлом был 1. Тут немножко возросло, но я считаю, все-таки это мы сработали. Понятно. Да. Вот. На учете за одурманивающие вещества употребление у нас сейчас, вот после того, как привлекли, мы, у нас состоит 1. Потому что 2-й подросток, который был выявлен и привлечен, он не житель нашего района, он состоит, естественно, на учете у себя там в районе. После этого постановка произошла. Понятно. Как вы считаете, вот тестирование школьников на наркотики положительно сказалось вот на этой статистике? Или все-таки у нас, в принципе, район такой, что наши подростки вот таким, скажем, такой проблемой не страдают? Я думаю, что весь комплекс мер – это и лекции в школах, и в учебных заведениях, и совместная работа с ФСКН. Мы проверяли дискотеки, и всякие клубы вместе ходили в рейды. И на всех местах концентрации несовершеннолетних проводили тоже проверки. Свои в школах вели разъяснительную работу вместе с управлением образования, вместе с здравоохранением, с комиссией по делам несовершеннолетних. В комплексе все эти меры, я думаю, подействовали положительно. Ну, то есть, в общем-то, работа с несовершеннолетними в нашем районе можно считать как удачной? Ну, удачно или неудачно, у нас покажет результат. Но мы работаем и стараемся в этом направлении. Ну что же, спасибо большое, Виталий Константинович, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Виталий Пчелинцев, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних у МВД России по Красногорскому району. Для вас в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч.